Сегодня 21 октября 2023 года, и вот обещанного ремонта по переезду через водопропускную трубу, это река Хмелевка у нас, так у нас и не сделан. Деревня Хмелевка, Базарно-Карбулакского района. Обещали до 20 октября. Вот этот проезд, его размыло весной, он разбит тяжелой техникой фермеров. Здесь вот два огромных прогала, и он очень опасен. В такую вот погоду после дождей очень скользко, и машину просто-напросто может выкинуть. Сегодня 21 октября 2023 года. Деревня Хмелевка. Это центральная улица. Центральная улица деревни выглядит вот так. Многочисленные обещанные обкосы не состоялись. И два года нам уже обещают отремонтировать водопропускная труба, балка здесь у нас, вот это все вот в таком виде. Проехать к нашему дому в зимнее время будет невозможно. Сейчас есть летний проезд, а зимой его не будет. Он тоже находится в плачевном состоянии, снимем его отдельно. В этом году были обещаны нам ремонтные работы с отсыпкой. Ничего не произведено, стало только хуже. В прошлом году мы здесь еще как-то проезжали, в этом году это уже невозможно.